Ну так и как вам наш сегодняшний чудненький перевальчик? Да уж, не дай бог не каждому. Да вы так позорненько не охайте, да и не скулите почти минорно. Осталось-то чуток еще показательно потерпеть, и все стопудово наладится. Да мы вроде бы пока исправно ползем, да и почти не жужжим особенно. Да не об том я доходчиво вам тут толкую. Представьте, как будет здорово нам в походе лет этак через, ну, скажем, 20. Если честно, то как-то даже и не очень. А у меня вообще голова пошла, когда о предстоящем 20-летии вдруг так подумала. Ну так как же? Идешь ты вот вдохновенно, к примеру, по лыжне, а закусить хочется до самой прямой невозможности. А тут вдруг резко заворачиваешь прямо за угол, ты видишь,